наступлением холодов нашим пернатым друзьям все сложнее найти пропитание. Для этого в Казани будут установлены специальные кормушки, которые помогут позаботиться о беззащитных животных, даже когда городские водоемы окончательно покроются льдом. Проведение торгов на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц станет нововведением в этом году. С поздней осени и до весны продолжается сложный период для птиц. Особенно это касается тех пернатых, которые остаются зимовать. На вопрос, с чем это связано, орнитологи отвечают просто. Действительно, птицы нуждаются в нашей помощи. И это связано в первую очередь с тем, что для насекомоядных птиц, понятное дело, насекомые просто-напросто исчезают. Например, многие наши синицы, которых мы привыкли видеть круглый год, эти птицы радуют всегда нас, скажем так, своим присутствием. Так вот, синицы, хотя они без нас жили миллионы лет, но сейчас, когда, собственно, вот есть возможность поддержать наших пернатых друзей, нужно это делать. При подкормке важно помнить, что пища должна быть легко перевариваемая. Например, синице можно дать семена подсолнуха. Как известно, посетители парков нередко используют в качестве подкормки птиц хлеб. В интернете достаточно информации о том, что это может навредить здоровью птиц и даже привести их к гибели. По поводу хлеба сразу хотел оговорить. Очень много вопросов возникает, можно ли, нельзя ли кормить и так далее. Я в данном случае остаюсь при своем мнении. В то время, когда нет ничего, наша подкормка хлебом, повторяю, не тортами, не булочками сдобными там и так далее, а именно обычным пшеничным хлебом и так далее, это является поддержкой нашим птицам. Кормушки с подходящим для птиц кормом в этом зимнем сезоне появятся в парках Урицкого и Крылья Советов. В дальнейшем опыт планируют распространить и на другие общественные пространства, где в этом есть необходимость. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.